Она самая мудрая корова. Ну, траву не ест, я не знаю, где в ней мудрость. Мухи прям в глаза лезут. Все, выпустили. Ваня, берегись. Ох, как налегке побежала. А вот друзья ее. И не поспоришь. Ой, мы будем, кстати, ручеек переходить. Возможно, вброд. Бычком я не хочу стоять рядом. Ну что? Где бычок? То, что светленький, это бык. Если что. Ой, мама. Ага. Мама там купит. А, точно. Быков на поляну вывозить просто так, как бы нет смысла. Он увидел. Что, блин? Что-то вкусное, короче. Нашла. Коровка. Я проходил прям в упор с ним. Ну, вот наш охранник персональный. Я думал, собаки нас победу не дадут. Я бы не была в этом так уверена. Ну. Не знаю, как будет опасаться чего-то. Да. Не, ну палкой погнать их можно. Стоп, не быка, а корову, да. Быка как бы... Я на своей памяти помню только одного быка, и он был какой-то шаленый. Вон второй, смотри, идет сзади. Чё что так? Юр, зашел у подножия горы, правильно? Да, он внизу должен стоять. Мишань, ты уже устал? Нет. Я вчера устал и позавчера устал. А сегодня мы отдыхаем. Правильно приехали. Ну, мы были как под горнячкой, мы не соображали. Стой, стой, стой. Прикольно. О, очень классно. О, в твоих очках виден, видны мы. Своих тоже. Мне послабее. Да, мне послабее, да. Ну ладно. Че, видно вас двоих? Сними так, чтобы вас двоих было в моих очках. Ты сейчас видео снимаешь? Да. Йоу. Ну ладно, йоу. Коровку снять можно. Да, коровку связание. Их сложно не в кадр, чтобы они были. Как зазвонить? Оно все в этом. Я уже хочу видеть эту грозную бабку, я которая там. Подоить эту корову. Молоко должно быть шикарное. Ой. Ну ничего, это видео идет. Здравствуйте. Простите, пропустите. О, боги. Просто передать атмосферу. Волкодава нет. Вот чем нас кормят. Это омлет. Это скромный завтрак. Да, это скромный завтрак. Это омлетик с овощами нам приготовьте, пожалуйста. Ничего курить крышечки. С собой. Как душевно, как душевно. Я не могу. Это молоко из-под коровки. Как творог. Как брынза или оливье? Да, похож на брынзу. Очень, очень ярко. Понятно. Понятно. У там брынзи так называется. Картошку? О, спасибо! Просто хоть надоедание. Да. Мамаша, еще яйцы, датки.
Это да. Можно молоко разлить. Ты не просто картошку с сыром переложим на стол. Давай, вот сюда. Давай, ставьте, давай. Ты это заснял, заснял? Кому еще молоко? Только звук. Юль, тебя налить? Да, конечно. Давай, Юль. Она тебя уже не хватит. Спасибо. Лучшая женщина выпить. Вы идите, ё-моё. Подожди, оно не идет, все идет. Вот, ты видела? Багира. Она просто... Ее зовут Багира? А теперь можно... Сидит на горе. Все, пошел. Есть вода. Правильно, отзови его. Короче, я могу сказать, что дорога идет туда, а вот здесь за холмом есть маленькое озеро. И может, давайте станем озеро? Такое бы смонтировал. Ну давай, я еще раз могу. Скажи. Зачем? Да нормально. Почему-то это сказано. Потом будет видео признаки этой горнячки. Блин, горячки. Горячки или что там? Горнячки. О, выключилось. Я просто кайфую, ребята, мне так хорошо. Я не знаю, это горная болезнь или это Сванетия, или... Мне вина не надо. Знаешь, что такое? Да. Это кто-то дальше. Что? Дальше. Так вот. Не спеши только, опирайся на палку. Спокойно. Молодчина. Прикольная переправа. Да, кстати, стол, конечно, лучше делать у горелки, потому что кому-то приходится крутить постоянно здесь штуку. Окей. Да, я за.